Обстановка у нас на факультете домашне-семейная, поэтому многие студенты просто живут у нас на факультете. Преподавательский состав знает всех студентов в лицо. Так что прогуливать занятия очень трудно, это удается особо сообразительно. Преподаватели кафедры информатики и методики преподавания информатики активно участвуют в номерах художественной самодеятельности и всегда готовы выйти на сцену, как и сейчас. Просим преподавателей кафедры МПИ подняться на сцену. У нас необычное поздравление, оно будет сопровождаться комментариями моими и на экране. Итак, раньше мы были такими, раньше нас было столько, а теперь стало столько. Мы были такими, а стали такими. Иногда мы бываем такими, но чаще все-таки такими. А когда он говорит, мы делаем так или так, но почти всегда так. Иногда мы думаем, иногда работаем, но чаще отдыхаем. Иногда проводим уборку, даже посещаем медосмотры. Но в пятницу мы любим отдыхать. Так или так. А можно и так, или таким способом. Но чаще всего так. Вот так вот именно. И когда мы видим их, мы делаем так. Или так. А можно и так. Но лучше все-таки так. У нас красивый нос, отличные щеки, большие уши, сильные зубы, мечтательный взгляд и хорошая память. Хотим пожелать себе доброго начальника, умных студентов, долгих отпусков, факультету, роста, развития, самой лучшей техники, самых лучших студентов, самого замечательного коллектива. Только желание вслух не говорить, а то не сбудутся. Спасибо.